Артём, соберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь, по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. Повезло нам, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. А где были сталкеры, там... Черт, фильтров маловато. Ну ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры братья. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Ого! Вот это да! Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался, вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артём. Повезет и до лета доживем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят. Вон, по крылу можно спуститься. Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Настоящий коммунист в духов и остальную мистику не верит, но все равно пробирает. Давай на свет выбираться. Что случилось? Ты в крови весь. Артём, стой! Пригнись! Стражи! Огромная стая! Видно, от бури бегут! Ох, чую, будет дело! Только тихо! Если заметят нас, разорвут как пить дать!
Понесло. Так, Артём, смотри, чтоб дальше без таких фокусов. Ладно, идем к самолету, пока новых не набежало. Пошли! Слыхал я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Попробую открыть, я прикрою. Заклинило? Давай вместе. Пошло! Так, Артём, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка-Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. Странно как-то. Черт, ты тоже видел? Артём, что это было? Живые, смотри, они живые! Что за вспышка была? Спроси! Дайте площадку! Черт! Нет уже диспетчерской! Коля, скоро даем! Скорость какая? Скорость. Электроника вырубилась! О, господи! Черт! Черт! Да что же это творится? Задохнулся там, как и остальные. Какая ты тут? Давай убираться отсюда. Артём, давай направо! Вход должен быть за этим зданием. Готовься! Давай, зажопу!
Погнали! За мной, скорее! Черт. Давай сюда! Я здесь! Сейчас еще набежит! Тут где-то рядом вход! Еще один! Черт! Ты смотри, сколько их! Надо предупредить станцию! Скорее! Давай по эскалатору! Скорее! Скорее! Они не отстают! Открывайте! Скорее! Сейчас еще набежит! Тут где-то рядом вход! Надо перейти станцию! Скорее! Давай по эскалатору! Скорее! Они не отстают! Скорее! Получилось, а? Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже с паянным тандемом. В пустошах. Иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция. Театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час.